Мне очень нравится участвовать в этих соревнованиях. Это мечта моего детства. Конечно же, когда едешь по таким местам, вспоминаешь, бывает на мгновение, что ты даже когда-то и не мог себе представить, что ты будешь пилотом и вести свой автомобиль, собранный своими руками по этим прекрасным пескам, по каменистой местности, и вообще вести этот грузовик. И еще, если, как говорится, везет, вести результат команды. Конечно же, мы, еще раз повторюсь, что в этом году после Дакара не расслабились и начали интенсивные тренировки с нашим руководителем, с Владимиром Чагиным. То есть команда молодых пилотов, штурманов начала выезжать активно на тренировки в Марокко, в Астрахань. То есть мы очень много стали ездить, работать, потому что нельзя расслабляться, хоть ты и победил, то все равно должен, как говорится, еще больше даже, я считаю, заниматься, трудиться, чтобы на следующий год все-таки показать, что это была не случайность, доказать вот это. Ну и, конечно же, очень сильно переживаешь, волнуешься, потому что видишь, как все готовятся, конкуренты готовятся, мы готовимся, готовят технику, и Дакар 14 будет интересный, наверное. Я очень рад, что наши молодые пилоты, наши экипажи в этом году выиграли все три первых места Дакара. Для нас, конечно, это была большая удача. Для многих неожиданность. Мы даже не рассчитывали на весь подиум. И, конечно же, в течение года думали о том, чтобы доказать всем, что это было не случайно, что может наша молодежь быть такой же способной, как и старшее поколение. Хотя очень я с большим уважением отношусь к нашим соперникам. И команды МАН, Ивека, Татра, Женав, многие другие. Очень хорошие машины у них, сильные пилоты. Они готовятся к Дакару так же, как и мы. Ну и в январе всех ожидает очень интересная гонка, интересная борьба. Будем стараться не огорчить наших болельщиков и порадовать всех зрителей Дакара. Я очень рад, что золотого бедуина Дакара в этом году смогли ввести в Россию наши молодые пилоты. Конечно, хочется пожелать, чтобы в их спортивной карьере их как можно было больше, и чтобы они, именно пилоты команды КамАЗ-Мастер, побили мой рекорд. Сколько лет на это нужно будет, сложно сказать. Будет, наверное, интересно за этим понаблюдать мне и всем остальным.